В заключительных сериях сериала «Горюнов корабль отстоя» город готовится к празднованию Нового года. Бомба плывет в территориальных водах. РФ ее засекает дежурный. Объявляется тревога. Махов отдает приказ на сбор команды рыси выходить в море по тревоге. Горюнов находит Гудинова и сообщает ему о тревоге. Боевой самолет расстреливает бомбу, которая, оказывается, связана бочками с горючими жидкостями на рыси замыкании. Коровин объявляет пожарную тревогу. Горюнову по телефону сообщают об аварии. Гудинов закрывает дверь в отсек, спасая себя и Ёшкина от огня. Происходит взрыв. В госпитале медсестра сообщает врачу, что Гудинов жив. Полина рассказывает Ольге, что беременна. А это будет ее новогодний сюрприз для Горюнова.